Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, и мы продолжаем играть в игру Valiant Hearts по вашим светлым рекомендациям. Сегодня мы Фредди в самом пекле войны, и мы будем выполнять одну из самых тяжелых, сложных и опасных миссий. Посмотрим, как у нас это получится. Я надеюсь, что будет у нас все просто замечательно. И мы будем продвигаться дальше. И как я понимаю, мы уже двигаемся к концу нашей эпопеи, конец игры. И, возможно, что-то будет у нас очень интересно. Так, танки. Я так понимаю, надо танк оруды брать. Угу. И ехать сюда. Класс. Опа, самолеты, ё-моё. Самолеты. Мы так не достанем, да? А, достали. Замечательно. Танки грязи не боятся. Еще самолет. А что так, блин? Вот это плохо. Надо на бугорочек заезжать, и тогда будет нормально. Как я понял, вот так. И гасить в самолет. Ай-яй-яй-яй-яй. О, замечательно. Замечательно, подрыв самолета. Ох, нифига себе. Нифига себе мы. Не. Двое солдат осталось у нас в живых. Остальных уже размочили. Но я так понимаю, главное, чтобы наш танк не убили. Самое главное. А там это ерунда остальное. Давайте, мы должны победить. А, замечательно. Да и двое солдат, как бы остальных тоже жалко, а то погибают ребята. И танк у нас уже дымится прям. Сейчас одна, наверное, мина, и нам кирдык. Вот гады. А, прошли. Замечательно. Так, ну туда. А! Дёру. Ну, что там должно взорвать? Понятно все, ребята. Подрыв. Значит, нам нужно сюда бежать, получается. Или ждать, пока тот. Нет, сюда смысла нет бежать. Значит, нужно ждать, пока тот говнюк отвернется. И мы сможем на него напасть. Я так понимаю. Или он не будет отворачиваться. Сейчас что-нибудь придумаем, подумаем. Либо нужно будет затушить этот фитиль, если такое вообще возможно. Да? Ай-яй-яй, мы, наверное, не успеем. О-о, успели. Чётко. Логически подумали и успели. Так, сюда мы залезть не можем. Что вот это нам даст? Угу. Понятно. Наверное, надо будет залезть на тот и закинуть туда гранатой. Ну, мы так и сделаем сейчас. Что мы? Не русские, что ли? Ядрен батон. Четко. Грац. This is good. Возьмем одну гранатку на пасашок. Потому что, возможно, она нам пригодится. Ой, танк сразу поехал. И здесь у нас записочка. Телеграмма какая-то. Надо будет ее прочитать. Потому что телеграмма — это вещь нужная. Давайте прочтем. Телеграмма из Новой Зеландии. Родился мальчик. Точка. Брайан. Точка. Мать, сын. Порядки. Точка. Скучаем. Точка. Короче, понятно. Родился мальчик. Мальчик с пальчик. Не понял. Танк надо, да? Опять танк? Да. Танк — это дело хорошее. О, главное, мы не взорвали гранатой вот этой, да, выстрелом, но зато мы переехали. Есть. Нас подбили, сэр! Нас подбили! Снижаемся, сэр!
Стоять бояться, уроды! Танк вообще невозможно победить. Давайте. Снижаемся, снижаемся. Фредди должен эту миссию выполнить. Непобедимый танкист Фредди. И его друзья. Самолеты нам не помеха. Угу. Серьезно. Бой прям вообще. Ох, надо успевать. Я что-то... Ха, увернулись, ё-моё. На, хо-хо, неплохо, неплохо засадили. Шапулька твоя. Стоять бояться. О, неплохо, неплохо. Сейчас мы ему насуем. Туш, апперкот. Ох, красивый. Аж медали вон с зубом полетели. Из-за множества промахов и проигранных боев барон фон Дорф был разжалован и отправлен в тыл, что для него было хуже смерти. Значит, мы его не убили. Плохо. 18 января 1917 года. Прикованный к постели Эмиль уговорил Анну съездить в Сен-Миэль, чтобы найти Мари и рассказать ей о смерти Карла. Анна тут же отправилась в путь. А мы Карлом почти что дошли до Сан-Мейля, 39 километров осталось. Да. Еще то испытание, ё-моё. Дневник. Пятый месяц я бреду вперед по сельским окраинам. Очень-очень хочется есть, но к деревням приближаться нельзя. Я так-то пробовал заговорить с местными. Как-то. Но они узнали мой акцент, и в итоге меня чуть не арестовали. Нужно быть как можно более осторожным. Ох, ё-моё. Дальше. Так, ни от Карла, ни от папы нет новостей. Уже целых 4 месяца. Что с ними случилось? Наверное, мне не стоит так сильно переживать. Возможно, их письма до меня просто не доходят. Думать о хорошем я... думать о худшем я не осмеливаюсь. Виктору очень нужен отец, как и мне. Ох, давайте дальше. Эмиль. Фредди. Я не смог, его жизнь была в моих руках, но я так и не смог сделать это. Его смерть не вернула бы тебя, к тому же ты вряд ли хотела бы видеть меня в роли убийцы. Нет, он был этого недостоин. Здесь меня больше ничего не держит. Если я переживу эту чертову войну, то сразу же вернусь домой. Отлично. И Фредди уже немножечко понял, что к чему. И Эмиль. Что же произошло в этом чертовом лагере военнопленных? Зачем они стреляли в Карла? Ненавижу эту проклятую войну. Как мне теперь рассказать Мари, что Виктор уже никогда не увидит отца? Ух. Все сильно прямо, что так аж мурашки по коже. Ну, будем играть, смотреть, что же будет дальше. Так, мы сюда можем уйти, да? А, надо... Надо девочку спасти. Ага. Значит, надо чем-то кинуть, чтобы спасти ее. Он уже бедный вообще без сил бредет. Он не ест ничего. Хотя, ну, он как бы не может ничего не есть. По-любому что-то где-то перекусывал. Может, что-то воровал. Но тоже, да, надо иметь такие нервы. Вот он немец. Вернуться, получается, стараться, точнее, вернуться назад на родину. Это я даже не знаю. Зная, что его тут могут убить, так как война. Ну, это, конечно, любовь, да, вообще.
Не понял, ничего не получилось. Странно. Тогда надо будет на тех собак. Они вот дочь ищут. Надо спасти, тогда, наверное, нас покормят, напоют и дадут переночевать, возможно. О, нормально. Так, мы спасли девочку. Посмотрим, что тут есть у нас. Все, здесь тупик, значит, возвращаемся. О, видите, что-то мы подняли. Или ничего. А, мы, наверное, палку просто тут подняли. О. Так, надо спрятаться. Так, ну, нас чуть-чуть покормили. Теперь нам нужно бежать, потому что нас ищут. Смотрите, тут есть форма повара, которую мы сейчас наденем. Отлично. Так, нам теперь, получается, прятаться уже не нужно, наверное. Давайте попробуем. Чего? Странно. Как бы по идее. А повязку красную он оставил, видите? Так, а что ж нам дальше? На лошадь как-то нужно? Или назад в дом? Назад в дом мы не можем, и туда мы не можем. Ага. Надо подумать, значит, все-таки, возможно, лошадь нам должна как-то помочь. Правильно, или как-то что-то... Ну? Нет. Странно. Переодеться мы переоделись, здесь у нас тупик. Выйти мы не можем никуда. Странно. Вот правда, очень странно. Он что, так выходит в форме сразу АА? Что он выходит в этой форме? Он тоже АА. То есть что-то не так. А, не, вот сейчас он повязку надел. Не то, значит. Лошадь мы не можем. Ничего мы не можем. Блин, очень интересно, если честно. Ну... Странно, правда. Не знаю, что здесь делать. Давайте выйдем, попробуем, хрен с ним. О, а теперь ничего, значит, может быть, лагануло что-то. Так. Будем пробовать сейчас. Я так понимаю, нам же ждрапать нужно дальше. Или нет? В одежде повара. Голодный, ослабевший Карл понял, что не увидит Сен-Миэль. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Когда до Сен-Миэля осталось 30 километров, надежда вновь их покинула. Так. Колесо, Карл. Короче, нужно найти колесо, да? Будем сейчас искать. 34 километра. Тот, короче, мешает, да, сверху, который. Что-то ему нужно. Сейчас пойдем посмотрим.
Чего это? А, мне нужна форма. Целая проблема. Окей. Сейчас, значит, здесь будем что-то искать, что-то думать. Давайте сейчас придумаем. Ну это просто предмет. Нам это как бы сильно роли в этом не сыграет. Выпивка? Не. И собака туда не может пройти. Во, блин, а? Что наделали? И лестницу нам нужно скинуть. Так, а лестницу чем мы можем скинуть? Сейчас найдем, чем мы можем взять. О, типа туда нельзя. Да вообще, ради бога. Как скажете. Оба-на! Нашли форму. Нашли форму. Сейчас глянем, может ли собака ее стыбрить. Нет. Там лежит колбаса. Нет. Тю. Странно. Почему одни палят меня, другие не палят? Я что-то не пойму. Типа от звания все зависит. Ну окей, ладно, хорошо. Чё в шкафчике? Так, нельзя получается. Странно все, надо что-то думать. И туда нельзя, и туда нельзя, и взять я ничего тоже не могу. Очень все странно. Нам надо хотя бы ту лестницу сбросить для чего-то. И вот, видите, форма. Форма, которую мы можем взять. Карл, колесо. Ну, чё, колесо? Чё я тебе сделаю? Туда нас тоже не пускают. Нам нужно форму. С этими мы взаимодействовать не можем. О, блинский. Как же все трудно. На дереве ничего тоже вроде бы нету. Там мы и кинуть ничего не можем. И собаку отправить не можем. Хотя вот... Но это вот выпивку ту взять. Но он не может. Дальше мы тоже здесь не можем никуда пройти. Вот зараза. Что ж за ерунда? Значится, нам нужно что-то где-то думать вот здесь, вот в этом здании, что-то мы пропустили. Что-то было здесь у нас пропущено с вами. А что, я пока что не могу понять. Картину мы взять не можем. На верхний этаж мы не можем зайти. А, вот он отвернулся. Все, понятно, понятно, в чем был прикол. Тю, пипец. Прям ассасины какие-то, ё-моё. Ладно, хрен с вами. Так, сильно нельзя. Ну, а толку-то от этого? Эти палят. Наверное, нужно ему по морде дать, этому мужику. Или спрятаться за шкаф. А, вот так надо. Сейчас мы колбасу. Ха-ха, отвлекли внимание, нормально. О, вот теперь уже посерьезнее дело. Застукают нас. О, мы уже типа свои, ё-моё. Отлично. Спускаемся сюда. И здесь уже другая форма. Солдатская. Ну правильно же я все сделал, правильно. Сейчас мы заберем выпивку. Все чудесно. Дадим бухнуть тому чуваку. Он уйдет. Стоять. Стоять. Я что-то не понял. А, ну мы, наверное, просто рядовой, поэтому нам нельзя.
типа не положено, да, с выпивкой рядовому. Да базару ноль, сейчас мы переоденемся в офицерскую. И хрен ты нам что скажешь, урод. Сейчас у нас все будет, не переживай. Теперь он нам ничего не скажет в офицерской форме. А, вот видите, все. А, отошел, видите, все, типа, куда ты, друг? Типа, я важней. Теперь надо тому мужику... Вот так, наверное, да? Может, переодеться нужно или нет? Чтоб пройти мимо вот этих вот типчиков, наверное, нужно... А ну-ка, сейчас проверим. Да, не пускают. Рядовые не пускают, странно, хотя, в принципе, звания, да, больше же должны пускать. Хорошо. Во, замечательно, замечательно. Там, там вот тоже непонятно, что там за мужик. И вот здесь какая-то форма, но здесь ее нет. Стук-стук. Так, бутылку. Все, он, наверное, будет сейчас бухать. А мы тем временем сможем... Что мы сможем? В этой форме мы сможем пройти или нет? Сейчас попробуем. Нет, нужна какая-то синяя, да, он показывает. Синяя форма рядового. Вот, там записка, значит, туда можно пройти все-таки. Наверное, вот тот мужик, который вот на них орал, вот это самая главная форма, вот это она, наверное, и нужна такая. Хорошо. Но он стоит, может быть, послать собаку, чтобы она бутылку у него стырила. Давайте попробуем. Да. А ну-ка. А, он сейчас пойдет переодеваться. Как все просто. И пофиг, что... О, видели, как они? А ну-ка еще раз. По стойке смирно, ё-моё, стоять. Босс идет. Хо-хо-хо. Красота. Как они встрепенулись. По стойке смирно. О, молодцы. Все, раз. Крутяк. Это мне нравится. Но в действительности я бы лучше рядовому какому-нибудь приказал, чтобы он мне притащил колесо. А эти встанут по стойке смирно. Не, этим, гляньте, плевать вообще. Нифига себе тут бросить назад динамит. А толку-то? О, попали. Отлично. Бесприцельно так тупо бросаем, да? Эх. Ну это будет интересно сейчас, стопудово. Есть. Есть. Теперь нужно тупо победить здоровую штуку. Правда, я даже не знаю как. Та ж твою мать, а. Ладно, пробуем еще разок. Так, во. И еще разочек. Зашибись. Мы вообще не получили повреждений. Короче, когда мы кидаем динамит, мы не можем лавировать, как я понимаю. Черт. Черт. Ух ты, блин. Почему у меня не получается?
Ох, ё-моё. Значит, наверное, надо дождаться, когда люк будет открыт у этой мега-машины здоровой. И уже потом в нее попадать. Наверное, так. Видите, у нее люки открываются, у них точнее. И потом надо динамитком попасть. Все понятно. Будем лавировать до последнего. Корабли лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. Как говорится в поговорке. Да не, друг. Все четко, я уже знаю. Ух ты, блин. Повезло. Тихонько, тихонько. Не-не-не-не-не, не бузи, не бузи. Все, он отстал. Слава богу. Блин. Есть! Получилось, а теперь здоровый опять едет. Но это надолго, походу, это ерунда. Сейчас гонки вот эти будут за нами. Но мы должны вывести кипиш по-любому. Так, 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 так. Нифига. Отлично. Ху, друзья. О-о-о. Попал я, попал. Да, ух, ё-моё. Короче, чёрт. Надо за тем уродом повторять. Куда эта бронемашина, туда и нам надо поворачивать. Хорошо, хоть сохранялка есть. Раз. Великолепно. Два. Тут тоже умный, видите, уворачивается, успевает. Ух ты, черт. Блин, а я не могу. Этот голозадый. Без формы, ё-моё. Тихо, тихо. Нет, все будет хорошо, не переживай. Так, ждем вот этих типуликов. Спать, спать. И ты спать. И ты тоже спать. Гляньте, они нас потрепали. У нас телега наша вообще еле работает. Стоять бояться, ё-моё. Опять будут гранатами в нас кидать. Или нет? Люк бы хоть открыли. Еще бы один динамитик туда. А мы так... Тут черт. А мы так не можем, видите? Вот когда... А, вот так можем. Черт, я провафлил момент. Вот я дурак. Я не знал, что... Открывай люк свой. Блин. Друг! Все, еще разочек, я думаю, попасть и кирдык ему. Он злится. Форму у него забрали. Машины все его разбомбили. Вообще ужас. Ой, это нехорошо. Да откуда у него там бочки еще в этой бронемашине? Там места-то нету. Офигеть. Ну так нечестно. Нечестно. Выиграем по-любому. Мы не можем не выиграть, потому что мы бравые. И жизни, видите, у нас хоть жизни сохраняются. Ну, типа, с нуля, новые, о. А то если бы у нас жизни были бы опять так, одна жизнь, то это было бы вообще жестко. Да черт, а. Че он там придумал? Ой, боже. Опять эти мины. Наша машинка потрепана тоже изрядно. Сейчас опять бочки, да? Да блин. О. Твою дивизию, как же это все долго, нудно. Вот с этими бочками это вообще. Так, надо понять. Все, во, примерно вроде понял. Примерно. Нет, не-не-не, ракетами не варик, друг. О, все. Что он делает, не понял. Есть! Я тебя подловил, братан. Отлично. Победа, да!
Самель, 1 километр, да, детка. Блин, он выглядит. Восторг был недолгим. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Сен-Миэль все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. Так, дорогие друзья, очень интересные события у нас назревают, и следующая серия будет еще более интересная, поэтому всем спасибо, кто смотрел, оставайтесь со мной, подписывайтесь, комментируйте и ставьте пальцы вверх. Всем пока и до скорых встреч!